Да, всем привет, ребята. Мы продолжаем тематический матч по французской защите. Петя, я конь d2 должен? Да. Почему ты же играешь белыми? Ну ладно. Я играю черным. Нет, ты играешь турнирную партию белыми. Чтобы понять нюансы. Пойми. C3, да, отвали ты. Новинка. Сам понимаю свои сраные нюансы. Тебе надо понять нюансы. Опять. Слушай, я тебе другое просил сыграть. Тебе надоело, что ли? А ты не боишься, что это? Что? А, ты не должен там бояться. А я с ним забываю, каким-то цветом играешь, что у них, да? Белыми, Никит, белыми. Ну уже теперь помнил, на вейве, по крайней мере. По-моему, у черных жопа. По-моему, белая жопа. По-моему, ни у кого нет жопы. Привет. Слон e3 приходит. Привет. Слон e6 приходит. Петя в шоке. Все снимают, должны снимать это на камеру. Так а почему ты не хочешь побить его? Слушай. Слушай. Объясните мне. Сейчас Петя подумает и покажет тебе наглядно. А, нет, он решил пешку отдать. Но если ферзь же бьет, то конь e4, и надо ход ферзя двойной шаг и мат там. А, там Матильда Ивановна? Что за грязные каламбуры? Как грязные. Конь d8, конечно, это шахматный камбэк. А чё, я сейчас уйду в 2-0 и нормально раскручусь? Ну, конечно, с двумя слонами такими. Раскручишься спокойненько. Вот такие же, правда, но это мы опустим. На e7 сейчас зависнет. Не-не, все нормально. Тут не хочется. Петя нормально, да пойдите за заключение того, что пешки не хватает. А вот слон e6 был идейно. Скрыть линию. Без пешки. Ну да. Ясно. Ну так сразу там же угрозы создаются. Да, еще идейка. Или что он сыграл же так? Чё тогда это? Я говорю, вместо 6 он говорит. А. Блин, вы заразились этим дурацким словом идейно? Мне оно категорически не нравится. Он заразил. Протестуй. В Москве, там, выйди на красную. Скажи, мне не нравится слово идейно. На болотно. Почему на Красной площади медиа не делали? Ой, слон g4, как ух. Просто ух. Идея просто коня поставить было на e6. Это безусловно ух. А вот теперь грозит ферзь g4, неприятно. При должных сноровки даже может быть ах. Ну ладно, чел, Кирилл нормальные ходы предлагает. Я помогаю Пете, это нечестно. Да. Петя и так признанный фаворит. А теперь на g3 ослабло много раз. Не так тяжело, ты мне еще помогаешь. Так. Это старая шутка. Но нормально. Всегда нет. Кто? Никита делает неактуальные вещи. Сейчас ферзей меняют только фу. Ферзей меняют только фу. Как и китайцы, что ли? Только самые оригиналы. Бестолковые шахматисты. Это моветон. Хорошо. Я как-нибудь справа. Ну не надо менять фигуры. Ты как девочка. Да что значит как девочка? Да. Глупая девочка. Ну бей наш 4, что ты очкуешь? Без лати. Ну и что? Я очкую такие позиции играть. Ну сходи ферзь e7. Ой, ну это вообще скука. Идейно. Идейно, ты не понимаешь. Конечно, идейно. Вот я бы сдался сейчас. Петя будет побить флаг опять. Мы же все знаем Петя. Я перекатаю в эншпиль сейчас. Чай срублю флаг. Почему я должен рубить флаг? Сейчас тебе вставят
конь Е4, ты поймешь. Ладья Е4, ты поймешь. Ты поймешь. Прозрей. А почему не ладья Е4? Там это же убивало. Что, кого она убивала? Ладья Е4, конь держит пункт H4, H5. Время закончилось, драгоценное. Вот видишь, ты отъел на H5. Почему ты не хочешь отъесть на H5? Ладно, я перекатываю H5. Блин, пешку возьму. Две. Черт. Конь! Я думал, не хотел туда идти. Мы не хотели этого. Нет! Ты будешь жить, ты выйдешь. Он выйдет до конца партии. Ты там мат насчитал? Мат! Черт! Логоруб. Да, конечно, кто бы говорил. Итак, вторая партия. А, блин. Я уже в второй партии подряд должен играть эту чушь. Ты раньше сам катал к французскую постоянно. Да, на французском 6 я сыграл пару раз, меня обыграли в том числе в этом варианте фонда 3. Я решил, что, ну... А почему ты всегда играл раньше французскую? Убогий же дебют. Да, убогий. Ну так почему играл? Хороший дебют, но... Тяжело человеку на победу играть, я согласен. Так а зачем ты его катал? Ты на мозг Open его катал. Я перешел на сицилианку и продолжаю гребать. Ничего не меняется. Так что дело, очевидно, не в дебюте. Дело не в дебюте. Так. Ну и как я с такими структурами играю? Конечно. Она же 5 жертва. Красота. Боги. Спасите меня. Мы побеждаем. Спасите меня от Кирилла. Ну конь F1, это уродливо. Это идейно. Идейно это когда конь не на F1. И на G3 конь убогий. А, вот, ну на H2, конечно, он там силен стал. Мы когда камбэки снимаем, слышишь? Ты как Александр сейчас, по-моему. Мы когда камбэки снимаем с этим, с Никитой, у нас кони поинтереснее стоят. На один. Ну. О чем задумались черные? Я знаю, о чем они задумались. Они задумались о матче Барселона, Атлетико. Девочки. Больше делать нечего, что ли? А девочки, черные задумались о девочке. О девочках. Слон B1. Ох, красота. Как ты понял это? А, так ты видел? Я понял, как он все мои ходы угадывает. Он видит, куда я мышку ставлю. А я уже думал. Тебя разоблачили. Как я дальше буду жить с этим? Не, ну вот нужно вынудить Никиту пойти G5. А почему сейчас Никита не пошел слон D2? Мне не понятно. Петя не пошел слон D2, мне непонятно. Тайна покрытая мрак. Ну B3 это уродливо. Молодец. А4, да, А4. О, да. На С1. Давай. Беги. Какой же Никита слабый шахматист, а? Размен ферзей ему столько удовольствия приносит. А, кстати, у белых есть прикольная идея. Ну нет. Чё ты здесь радоваться? Тут плакать надо. Никит, когда ты пойдешь G5? Я уже сделал главную партию. Все, победа уже практически обеспечена. Да вот сейчас я напрягусь и выиграю. И в туалет сходишь. Вот если Петя так сказал. Так. Опять фигуру меняет. Типичен. Слабый шахматист. Типикин будет смотреть это видео, ты все испортил. Поймешь, что мы издеваемся. Тихоря. Это же правда его стиль. Ну да. Это он над нами издевается, не будет одним. Согласен. Ну ладья B1 это слабо.
Ой, конь, конь, c4. А почему не конь-то, блядь? Ой. Ладно. Конь c4 было сильнее. Да не было сильнее. Петя, я не понимаю твою стратегию. Ты флаг рубишь или партию играешь в шахматы? Понял. Козёл. Я пешку ферзи веду. Бестолковая стратегия. Ой, на f7 зависло, опасно. Опасный момент. И... Удар. Да давай, закидывай, и на f7 закидывай. Да жертвы это... Какой ты слабый. Все правильно делает. Как на тебе держать-то? О боже. Жесть. Что это? Блин, а сволочь. О, боги. Как так? Я так покушал игру. Я уже... Ты как-то походил, я уже на F7 бью, а не бьется. Да нету. Ну это нечестно, слон так не ходит. Не, ну это гениальная партия. Слон тут просто. А, ну у тебя нигде не было лучше. Да, ну молодец. Гениальная комбинация, все равно это равенство. Да, ребята, всем спасибо за внимание. Какое внимание? Матч. Еще матч продолжается. Ну, это вторая часть, а матч продолжается. Ждите, лайкайте, и Сон будет вам третья часть. Не, ну как-то почему? Неужели?